Всем привет! Сегодня с вами я. Да, ребят, я давно не снимал видео. Есть причины. Я создал новый канал. Но я не уверен, что будут видео. Потому что у меня еще труд, как мне снимать на компьютере. И кто сейчас подумает, ну и бандикам. Ну, я хотел что-то другое, но... Типа, хотел в Майнкрафт снимать, но там лагает. А вот что про игру Roblox, я не знаю. Поэтому сегодня будем играть в игру Roblox на телефоне. Не знаю, не пробовал. Давайте попробуем. Надеюсь, удобно будет хотя бы играть. А, так вот. Регистрация. Так. Вот это я буду неправильно. Типа тут надо. Допустимое. Давай тогда март, например. И я неправильно делал, поэтому извините. Так, ну какое имя? Блин, всегда мне трудности с именами. Так, стой. Как? Стой. А я сейчас... Блин, ребят, у меня каждый раз трудности с именем. Я поставлю на паузу, чтобы потом не ждать, когда я выберу это имя. Да, ребят, я смог все-таки выбрать имя. На телефоне и на компьютере. Тогда просто неудобнее просто сделать вот так вот. Просто взять вот так вот. Имя пользователь. У меня он назывался вот так вот. Я поставлю на паузу, чтобы потом не мучиться вам. Все. Ну, вроде бы написал. Теперь вход. Проверка. Проверка у меня. Или пароль. Интересно. Окей. Я не забыл пароль, у меня просто бывают какие-то косяки. Может, не знаю. Не указывайте свое настоящее имя. Блин, а у меня на компьютере было написано «Указывайте свое настоящее имя». А на телефоне не указывайте свое настоящее имя. А поаплодирую просто. Где логика? Ой, где логика? Ну ладно, мне уже делать нечего. Короче. Ой, всё, я понял. Ребята, извините, мне просто фантазия разыгрывается. Ну, с ней на XDJ. А убей. О. Ой. Диджей. Окей. Что-то все занимают, если честно. Диджей. Вы издеваетесь и называете два к. В смысле? Ребята, сейчас у нас сейчас будет какая-то странная. Позиция. Мне интересно, а как мне назвать? Хм.
Ну, у меня есть один вариант. Нет. Но я не уверен, то, что он пойдет. Вход. Я тебе сейчас буду такие премии. Ладно, паузу поставлю, а то так думаю, 100 лет буду. Ребят, наконец-то я ввел этот ник. И... Ну, тут я не знаю, какой должен писать. Ну, типа, мне самое удобное это... Ща будет. Сейчас. Я, наверное, на паузу поставлю, чтобы не видеть. А. Не, поставлю на паузу. Гениально. Ну, мужской, конечно. Ребят, опять мне это придется все вписывать. Я угораю просто. Опять все это записывать надо. Так, тут я опять... Хочешь, сейчас опять промахнуться? Вот я тебя и промахнусь, я убью. Хочешь, я сейчас что-то убью. Да, нажал возврат. Гениально. Плюс возврат. Гениально. Я еще не пробовала играть на телефоне. Интересно, как это будет. Удобно? Но это кому как. Я аватар сначала вот поменять можно. Ну, можно поменять аватар. Но... Escape McDonald's. А, MC Donald's. Гениальное название. Ну, давайте. Ой. А, вот. А то мне в рекомендованное все попадает. Давайте сюда попробуем зайти. Интересно, будет мне удобно? Надеюсь, удобно. Я просто никогда не пробовал. Вот, все нормально, перевернулось. Я уже подумал, то, что они хотят сказать, то, что я сейчас... Ой, что сейчас было? Ребят, ну, не знаю. Ну, 50 на 50, я не знаю реально. А что мне... Ребят, ну... А что мне не дали какой язык? Ну ладно. Блин, так хочется все этот звук выключить. Вот можно, кстати, это сделать? Берись от меня. Я мьюзик убрать. Да уберите от меня это все. Дайте мне музыку убрать. В смысле? А. Я думаю, что это такое. Не-не-не-не-не-не-не. Ой. Ой. Он меня что, сам самостоятельно прыгать умеет? Тогда зафига мне вот эту кнопку. Ладно, ребят, давайте выйдем. Что-то, ребят, мне показалось, что мне не очень. Ну, мне не очень удобно, но это не план сет. Так это что получается? У меня будет 2 канала, потому что вот этот тот не считается. Почему? Во-первых, потому что там, наверное, видео не будет выходить. А второй, у меня получается планшет. Может потом там? То, чтобы на планшете более удобно, я надеюсь. Так, что же выбрать? Ребят, напишите в комментариях, кто играет. Напишите свою любимую игру. Я так играю на компе, у меня пицца вот там. Там более удобно мне играть.
Какой смогу? Там тюкнулись. На телефоне и еще. А про что я говорю? Фух. Что тут у меня будет интересно? Нет, сейчас будем уже хлопать надо. Потому что никого нет. Я, значит... О! Мне теперь гораздо удобнее ходить. Ребята, меня спасла вот эта вот комбинация. Почему все ночь выбрали? Я хочу вот это. Ночью мне ничего не видно. Что тут делать? Свой аккаунт я не смог найти, поэтому... Как-то так. Буду делать... Что-то у меня графика не там. Графика. Приди, пожалуйста. Мне без тебя грустно. Пиксельный какой-то у меня. Пиксельный робот. Ой. Что происходит? Что происходит? Вот, нормально. Ой, какие вкусные цветочки. Тихо. Убери это. Если сейчас эту карту полюблю, я, походу, каждый раз ее буду выбирать. Так. Да, кстати, это не факт. Ой, уже компьютер. Е-хак. Ага. Я думаю, зачем я? Начинай! Блин, ребят, у меня на самом деле график пиксельный. Вот сейчас не будет удобно, когда вот это вот. А чё так ты, кстати, громко? Ноу-ноу, компьютер. Ноу-ноу. Давай, потихе, ты собак. Ой-ё! Уберись! Ребят, минус я. Блин. Пожалуйста. Ладно. Но мне делать нечего, я все равно уже подох. Почему я выхожу? Потому что я пытаюсь. Вдруг в некоторых играх разные управления. Там одно, там второе, тут второе. А есть третье. Или там просто это по-другому так на самом деле везде. Так. Кстати, вот это вот я играл на компе. Вот. А в Epic Games я думаю тоже не выиграю. Так. А тут есть какие-то интересные игры хотя бы? А то фигня какую-то мне. Ой. Фейм. А что это? Ну ладно. Бим-бим-бим-бим. Так, что тут? О, Prison Life. Я не знаю, как читается, но я думаю, Prison. Да, я знаю, я дебил. Я не англичанин. Кстати, у меня такая инцидентция... Короче, произошла такая штука, которую я не ожидал. То, что у меня в Roblox на компьютере не отображаются кубики или там что-то еще. Кто знает, объясните, пожалуйста. Я не понимаю, что происходит. Так, я обожаю просто забыть этих террористов. Это вообще преступник? Потом террорист будет. А. После вот этого каждый раз понятно. Ну ладно. Блин, неудобно прыгать теперь. Ребят, меня нельзя. Я ничего не делал. Я просто человек. Ты не можешь его не убивать, пожалуйста? А меня-то за что? Ребят, вы вообще за что убивать? И ты меня сейчас... Лучше бы посадил, я бы сказал бы. Ой.
Да блин, как бы... Как поменять? Я труп по всему. Пожалуйста. Пожалуйста. Я не хочу в таком экране быть. Ну ладно, что, придется. Печалька. Меня не за что убивать. Я хожу. Да вы задолбали убивать каждого. Так. Ну, тут... Блин. Блин. Откройте дверку, пожалуйста. Я вам буду очень благодарен. Даниэль, привет. Иди вперед. Труба зовет. Если кто хочет спросить, какой у меня там аккаунт на компе, у меня там фиалка диджей. Да, ну, мне нечего было придумать. Как мне выходить-то? Сколько у нас игроков? Нисколько мне не подображается. Нет, воображается? Нисколько. Тогда кто стреляет? Выносит эти звуки, когда ходишь. Блин, бесит. Открой, пожалуйста, мне. Ты мне спас жизнь, братва. Попробуй меня только сейчас убить. Ура, меня пропустили. Я уже думал, что меня опять убьют. Ты слышишь? Не бей меня. Я холёсенький. Я твой брат. Неужели я сейчас уйду прям? Бегу, пацан, спасибо. А я уже за кого-то. Ага, все, я за этих, можно вздыхать. Клёво. Ага, я уже здесь. Ну что, батя? Сака 40... Я сказала, бери АК. Ну что, АК 47 и всех разных. Да почему именно сюда, куда у меня вот эта штука? Так. Что тут у меня? Ой! Да. Пожалуйста. Можно отметить по-другому? Никто ничего не делает. Ех! Только сейчас, ну ладно. Никого не волнует. Блин, а как ехать? О, поехал. Ура, я еду. Первый раз. Как я это делаю через стекло? Блин, баги какие-то. Ладно. Игра актуальна на телефоне. Более-менее. Ну, оценку я не ставлю, но мне более-менее здесь удобнее играть. В скобочках нет, не помогли. Так. Салат. Или зомби атак. О, я эпик мини-геймс, и не думаю. Тоже я там смогу. У меня был паркур хороший на компьютере, а вот здесь я не уверен, что будет хороший. Так, кошки. Так, мне интересно. А есть нормальная игра, где типа там... Нет? Это... Блин. Ладно, пропустим эту его. И... Ну, тут больше нету игры. Походу, я понимаю так. Ладно, ребят, на этой ноте мы заканчиваем наше видео. Я сегодня попробовал поиграть на телефоне. У нас еще будут рубрики по телефону играть в Roblox. Это еще их надо ждать. Ну, я уже вернулся. Надеюсь, опять буду возвращаться каждый день. Ну, не каждый там
не знаю, как, когда вы хотите. Короче, всем удачи, всем пока!